Здравствуйте, с вами «Звездный прогноз» на канале ЭНСК-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, звезды на стороне путешественников. Если вы собрались в отпуск, то обязательно запланируйте поездку и экскурсии. Тельцам предстоит изрядно потрудиться и даже побороться за свое место под солнцем. Это, конечно, вас немало утомит, но награда будет достойной. Близнецы, не исключено, что в вашей жизни случится приятный финансовый сюрприз. Главное – не разбрасываться полезными подарками судьбы. У раков день семейной гармонии и общения с людьми. Используйте шанс наладить с окружающими контакт. Львы, возможно, почувствуют силы для новых свершений. Что же планеты не видят преград для ваших действий? Девы, не ждите от этого дня чего-то нового. Приключения еще будут в вашей жизни, но не сейчас. Весы, наступающий день благоприятен для устройства быта. Да-да, домашние дела тоже требуют к себе внимания. Скорпионы, все планы, принятые в этот день, должны быть удачными, если будут реалистичными. Так что дерзайте. Стрельцы, постарайтесь в это воскресенье выглядеть на все 100. Некоторые события докажут вам, что безупречный внешний вид делает свое дело. Козерогам следует собрать всех близких за одним столом. Сделав ставку на семейные ценности, вы точно не прогадаете. Водолеи, ваша фантазия наверняка найдет применение в делах. Несмотря на выходной день, активно воплощайте идеи. Рыбы, спокойный день не принесет вам хлопот и подарит чувство умиротворения. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.